Играя против Тараша, возможно, даже Зигберта. Что у нас на доске получается? На доске получается голландская защита. Здесь я играю g3, фианкетирую белопольного слона. Дальше делаю рокировку. Противник переходит в каменную стену. В этой системе у черных ослабленные черные поля, поэтому выгодно разменять чернопольных слонов. Так, черные препятствуют этому размену, но у меня есть такой вычурный маневр, как ферзь c1. И теперь все-таки я добиваюсь размена чернопольных слонов. Забираем на d6 и заканчиваем развитие ходом конь d2. Противник прорывает в центре, но не знаю, хорош ли этот подрыв. Сейчас у меня будет взятие на поле d5. Чем возьмут черные? Так. Поскольку у черных на поле d5 образовалась изолированная пешка, размены мне выгодны. Дальше необходимо найти хорошую позицию для своего ферзя. Выставить тяжелые фигуры по линии d. И атаковать слабую пешку на поле d5. Помимо слабости на поле d5, у черных плохой белопольный слон, поскольку он упирается в собственные пешки. Поэтому позицию можно расценить в пользу белых. Здесь пока нападем на пешку b7. И затем при случае захватим линию c ходом ладья c1. Так, черные защищают пешку на поле b7 и попутно нападают на ферзя. Приходится играть в ферзь e5, другие отступления были хуже, поскольку в этом случае черные сразу захватывали линию c. Ну и, видимо, после размена на поле e5 они играют ладья c7, и мне приходится ставить ладью на поле c1, чтобы не отдавать линию сразу. Отступать ладьей совсем плохо, поэтому меняемся на поле c7. И теперь уже черные угрожают вторгнуться на вторую горизонталь, атаковать слабую пешку на поле a2. Но у меня есть конкретный ход такой вот, конь f3. Теперь на ладья c2 будет конь d4, вилка, и черные сдались. Если же черные так не играют, я все равно ставлю коня на поле d4, и уже поле c2 будет прикрыто. Дальше можно поменять своего слона на коня черных и перейти в окончание конь и ладья против ладьи и слона. И это окончание должно быть в мою пользу, поскольку, как уже было сказано раньше, белопольный слон черных не очень хорош. Сейчас нужно подтянуть короля к центру, поставить его на d2 и попытаться разменять ладьи. Так, играем король e2. Черные могут сыграть слон b5 с идеей перевести слона на поле d3. Но я могу и не реагировать на ход слон b5. Подтянем пока короля. Здесь нужно сыграть h4, чтобы там не было хода g5. Поскольку в этом случае у меня пешка на поле h2 могла оказаться слабой в итоге. Ну и у нас на доске получилось окончание конь против слона. И теперь моя задача проникнуть королем по черным полям к пешке b7 и постараться ее выиграть. Так, черные ставят заслон, не пуская короля. Здесь можно сыграть пока король b4 и затем a4 a5. Здесь меняемся на поле f4. Теперь играем a4 a5, заставляем двинуться вперед пешку b. И по черным полям королем подходим к пешке a6. Если же на ход a5 черные заберут на a5, я беру королем, и у черных слаба пешка на поле a6. Если черные сыграют a5, скорее всего, мне придется назад королем отступать на c3. Но теперь у черных ослабилась пешка на поле b6.
И моя задача эту пешку завоевать. Либо конем на нее как-то напасть, либо королем подойти туда. Так, пока нужно взять на поле Е3. И теперь можно... Конь Б5 сразу, наверное, не проходит. Поскольку на конь Б5 черные заберут, на поле Б5 подойдут королем туда и выиграют пешку, и у них будет выигранная позиция. Черные предлагали ничью, но я пока поиграю эту позицию. Все-таки, мне кажется, у меня здесь намного лучше положение. Так, черные не пускают моего короля. Можно сыграть пока конь d4. Есть у меня одна идея. Нужно коня поставить на поле c4. Пока подойдем королем, сыграем конь b5. Опять-таки черным невыгодно брать на b5, поскольку мой король в этом случае заберет и пешка на b6 упадет. А теперь коня через поле a3 ведем на c4 и забираем пешку на поле b6. Но все равно конь c4. Если слон c4, я забираю королем, иду на b5. Забираю на b6, потом на a5. И все кончено. Ну, сейчас берем просто пешку. Черные хотят забрать на e3. Но у меня есть ход конь c4. Затем король d4. И я просто не отдаю пешку на e3. Потом забираю на поле a5. И у меня уже две связанные проходные на ферзевом фланге. Это уже победа. Сдаются черные.